В казахском обществе всегда существовала демократическая система управления, где бии играли важную роль. На протяжении веков бии и ораторы вносили значительный вклад в поддержание общественного порядка и развитие правовых отношений. Народ почитал биев как выдающихся личностей, обладавших непроизведенной мудростью. В Хордайском районе прошли мероприятия, посвященные 101-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля и оратора Семиречья Ноғайбай бия Дәулетбақұлы. О его жизненном пути и наследии сегодня написано множество статей. Родился он в 1834 году на территории нынешнего Кордайского района в местности Сулутор. Он был правнуком знаменитого Молдыбай бия, который завоевал доверие Абылайхана и стал известной фигурой среди казахов и кыргызов. После Тулеби Молдыбай би был одной из ключевых личностей в племени Жаныс, лидером, завоевавшим уважение. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику Ноғайбай бия на центральной площади Кордая. В церемонии приняли участие заместитель акима района Дамира Сугербай, председатель районного совета ветеранов Биржан Алимбет, представители Дунганской общины, жители района и активная молодежь. После этого участники возложили цветы к памятнику Ноғайбай би. Далее мероприятие продолжилось в районном доме культуры, где артисты представили концертную программу «Елим деген ер еді», организованную работниками культуры района. Торжества также прошли в Ноғайбайском сельском округе, где в честь памяти предка были прочитаны суры из Корана. Также проведены состязания по национальным видам спорта. Победители и призеры были награждены благодарственными письмами руководителя отдела физической культуры и спорта, а также ценными призами. В этот священный день в селе Шарбахта была открыта новая мечеть, названная в честь Ноғайбай бия. Примечательно, что церемония открытия продолжилась пятничной молитвой. Каждый человек должен помнить свое прошлое и следовать дорогой, указанной предками. Пример великих личностей должен оставаться в памяти народа, а их заслуги должны быть широко освещены. Наша задача – увековечивать их имена и быть достойными их наследия. Кулюш Умурзакова, Далет Куттабай, Айбек Накен, Кордайский район.